Поддержка ремесленников Карагандинской области, пропаганда национальной культуры и ремесел. В Музее изобразительного искусства состоялась выставка-ярмарка, которая привлекла внимание и нашу съемочную группу. Наурыз – праздник обновления, и не только душевного, но и в плане нового гардероба. Национальные костюмы, украшения и даже домашнюю утварь всем желающим можно было приобрести в областном музее изобразительного искусства на специализированной выставке-ярмарке. Это убранство юрты, это кухонная утварь, это конская сбруя, богатая коллекция ювелирных украшений, кошмы, гобелены. И в целом вся эта экспозиция, она имеет такое же воздействие на зрителя, как и месяц март, как и природа, потому что все эти предметы сделаны из природных материалов. Это дерево, это кожа и войлок. И переступая порог этого зала, зритель попадает в мир этих образов, полностью в них окунается, поэтому все конфликты, все проблемы остаются за порогом. Особой популярностью на ярмарке пользовалась продукция керамиста Гульжан Абдикашевой, которая создает изделия, украшения, пиалы, тарелки в степном стиле с применением жидкого золота. Керамика, она проходит высокотемпературный обжиг 1000 градусов. Я ее обжигаю 2 раза. Очень прочная. Это экологически чистый продукт. В моих пиалах можно пить горячий чай, мыть в посудомойках и использовать микроволновые печи. Украшения Гульжана, а также товары других ремесленников, посетители выставки оценили на должном уровне. В один день музей превратился в азиатский базар с неповторимым колоритом и тюркским убранством. Как здорово, что в областном музее проходят такие мероприятия. Можно прикоснуться к прекрасному, что-то купить на память, тем самым порадовать себя и близких. Поздравляю всех с праздником Наурыз-Нама. Удачи вам, любви и гармонии. Подобная выставка-ярмарка проходит в музее каждый год. В этот раз в ней приняли участие 36 мастеров-ремесленников. Мы стараемся прививать обществу ценности казахской культуры и искусства. В наши дни это очень важно, ведь молодое поколение должно знать и о картинах отечественных художников, и о работах наших известных мастеров, талантливых людей, которые создают поистине уникальные шедевры. Современный мир поставил людей в очень быстрые и мобильные условия жизни. Праздник Наурыз напоминает нам о природе и гармонии с ней. И если эту связь прервать, то человека ожидает дисбаланс. Поэтому так важно остановиться, почувствовать единение с окружающим миром и приближающейся весной, которая уже начинает одаривать нас теплом и радостью. Роберт Грав, Зулхарнаис Махаев, Николай Шевелев, 5 канал.